Сегодня в областном дворце творчества детей и молодежи с самого раннего утра было шумно и людно. Больше сотни участников 4-го регионального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья собрались в концертном зале на торжественное открытие. Ульяновская область одним из первых регионов вступила в это движение. И вот уже в 4-й раз на своей территории мы проводим регионально-отборочные соревнования. Хочется отметить тот факт, что с каждым годом и количество участников, и количество компетенций возрастает. Особенно отрадно тот факт, что в этом году на нашу просьбу откликнулись работодатели, которые с уверенностью готовы победителей взять к себе на работу и трудоустроить. После официальных приветствий, зажигательных танцев и жестового пения на сцене дети поспешили на свои рабочие площадки. Уже на местах с 14 по 15 мая жюри будет определять лучших по 14 компетенциям. Школьники и студенты продемонстрируют свои знания и умения в слесарном деле и поварском, художественном вышивании, веб-дизайне и других направлениях. Так, Карина Милоян из школы-интерната номер 91 настроена завоевать победу в одной из техник бисероплетения. Этой деятельностью я занялась во втором классе школы. Мне это очень и понравилось, потому что всегда можно сделать красивую поделку и подарить ее родным, знакомым и друзьям, потому что подарок, сделанный со своими руками, получить очень приятно. В день старта чемпионата во Дворце творчества детей и молодежи начала работу выставка изделий, сделанных инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также была представлена экспозиция технических средств обучения и реабилитации. Вторая часть выставки, наиболее значимая для нас, это результаты работ наших ребят с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, в виде материалов декоративно-прикладного творчества, которые они выполняют как в ходе организации учебной деятельности, вне учебной работе. Поэтому здесь вот все возможные виды направлений, связанные с профессией, специальностью, сферой услуг. Наблюдая за тем, как школьники и студенты создают настоящие произведения искусства, невзирая на особенности здоровья, понимаешь, что человек может быть ограничен только своими собственными рамками. И Обилимпикс это подтверждает вот уже 4-й год подряд. Победители регионального уровня поедут на всероссийские соревнования, а затем лучших отправят на международные состязания. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.